Будет свадьба на природе, выездная возле Белой Ротонды с видом на реку. Для моего будущего мужа важно, чтобы он был в костюме тройки черного цвета с бабочкой. Не будет ли его стиль казаться неуместным? Ну, если вы сделаете классический декор, не будет. Если у вас будет все это в таком очень экологическом стиле, то будет. То будет. И его черный костюм, его черный смокинг будет казаться странно. Если же вы сделаете какой-то классический декор, несмотря на то, что у вас ротонда, несмотря на то, что у вас природа, но декор будет классический, то это будет нормально.